Мороженое, кстати, очень люблю. И неправильно говорю, что вот, певцам нельзя есть мороженое. Все можно, только во время. В нужное время, когда это тебе не мешает. Вот. А глобальное, что я люблю? Я люблю, чтобы у меня внутри был мир, гармония. Я не могу жить. Даже если какие-то очень выгодные ситуации в моей жизни бывали и бывают, но они некомфортные для меня. Мне надо чем-то поступиться, сделать не так, что-то отдать за счет этого, да, внутренне. Нет. Для меня гармония и ощущение такого внутренней правды всегда самое главное.